подписчикам моего канала. С вами Слава. И сегодня мы с вами обозреем два наборчика новинок этого лета. Давайте приступим. Первым набором у нас будет LEGO City под серию Арктика. Артикль 633 от 5 до 12 лет. Вот такой вот наборчик. В наборе у нас глыба льда, арктический исследователь и вот такой вот автомобиль-снегоход. Давайте рассмотрим всю коробку. Сзади у нас представлены игровые возможности данного набора. Также привычный для всего Лего человечек, который кричит «Хей!» и другие примочки данного набора. Заметили ли вы, но у наборов лета 2014 начали писать такие значки. Все сделано из чистых материалов. Давайте вскроем нашу коробочку и посмотрим, что у нас внутри. Внутри у нас идет первая гусеница, пакет с деталями, вторая гусеница, вот такая вот инструкция, достаточно большая, заканчивается на 46-й странице. И вместо кричащего мальчика странного, тут уже брутальный полицейский. Но вся информация та же самая, но все же. И маленький пакетик, а также инструкции, куда же, а также наклейки, куда же без них. Это весь комплект данного набора. Приступим к сборке, посмотрим, что из этого получится. Наш набор уже в сборе, давайте его рассмотрим повнимательнее. А первое, что хочется отметить, так это то, что в этом наборе много дополнительных полезных деталей. Например, вот тот же ледокол. Вот такой держатель для светового луча, как его называют, и такая деталь пистолета, а также такая антенка. Очень пригодится в дальнейшем строительстве. Давайте рассмотрим сам набор. Первый это у нас человечек. Очень интересная у него экипировка. Такая курточка. Такое у него лицо, такие у него зеленые очки. И такая прикольная шапка, которая у меня впервые. Сзади изображен значок путешествий. Арктический значок. Давайте рассмотрим нашу модель. Она очень красивая, но ожидал, что будет побольше. У нее есть гусеницы. Она на них может хорошо ездить. Есть также такой манипулятор с лебедкой, который может опускаться и подниматься. И ставить наш кусок льда, глыбу на наш погрузчик. Давайте рассмотрим эту деталь. Вот такая деталь. Такой кусок льда, глыба. А внутри у нас вот такое полезное ископаемое серебристого цвета. Давайте рассмотрим нашу модель. Тут у нас находится бензопила, с этой стороны у нас ледокол, зеркало, открывающиеся двери, такие фонарики, тут фонарики, зеркала и антенка тут, и такой радар, который может подниматься и опускаться. Внутрь можно посадить нашего человечка. Вот так вот посадить нашего человечка. И он будет управлять нашим автомобилем и отвезет наше сокровище на свою арктическую базу, чтобы исследовать его поближе. Единственный минус, который я посчитал, колеса должны сначала разработаться. Сначала сама конструкция будет немного трястись, но потом все, наверное, уладится, и они будут идеально ездить по полу. Вот так. Сейчас можно продемонстрировать, как загружается такой кусок льда. Нацепляется. Вот нацепляется, поднимается ручка. Так он поднимается и опускается. Ну, как-то примерно вот так. И едет на нашу базу. Наш набор уезжает, а мы рассмотрим с вами второй набор 2014 года LEGO Friends. Это у нас... Тут что у нас?
Это что-то нам подобие мини-парка. Тележка с мороженым, велосипед, сама героиня, небольшой фонтанчик, почтовый ящик и столик, на котором... И столик, на котором стоит письмо и вот такая бутылка с водой. Ну, сзади вот такие вот возможности этого набора. При этом мелочью считается, что тут к фонтану прилагается такая монетка, чтобы ее бросить на счастье. Давайте ставим наш набор и увидим, что у нас скрывается. Тут у нас два вот таких вот пакета, достаточно большие. Такая инструкция. Тоже уже новый персонаж сзади. И точно такой же значок качества, что сделано все из безопасных материалов. И все. Наклеек в наборе этом нет. Вот, собственно, сама комплектация данного сета. Давайте соберем набор и посмотрим, что из этого получится. Наш набор уже собран. Давайте рассмотрим его повнимательней. Хочется отметить, что тут тоже есть очень много разных аксессуаров, такие как золотая монетка. И есть такие серебряные монетки, которые даже в наборе не упоминались. Это очень приятно. Также вот такие вот части мороженого. Очень приятно. Давайте рассмотрим сначала нашего человечка. Вот он. Волосы стандартные, резиновые. Руки поворачиваются, ноги тоже, но, к сожалению, не по отдельности. Кисти рук не раздвигаются. Ну, пожалуй, это все. Голову при даже длинной прическе можно поворачивать на любой градус. Можно хотя бы на 360 градусов. Вот такой человечек. Давайте рассмотрим весь набор далее. Начнем с самого маленького. Это почтовый ящик. Такой вот почтовый ящик, совсем небольшой, но интересная задумка. Тут у нас открывается, и туда можно положить письмо. Дальше у нас идет такой фонтан. Фонтан очень интересно сделан, хоть он и маленький, но все равно очень интересный. Тут у нас находится монетка. Сюда тоже можно бросить еще одну монетку на счастье. Такое вот интересное, такая интересная конструкция фонтана. Дальше у нас идет вот такой столик со скамеечками, куда можно посадить нашего героя. Он сможет прочесть письмо, выпить воды. Кстати, вот такой. Если приглядитесь, цвет этих деталек разный. Может, это имитация воды, но тут у нас на скамейках задвигаться вперед-назад, и тут у нас цветочки. Давайте рассмотрим еще такую деталь. Это у нас небольшой стенд с мороженым. Тут у нас прицеп для велосипеда. Такой вот красненький велосипед. Мне он очень понравился. Очень классный, прикольный. Тут у нас находится небольшое объявление. Тут принт, а не наклейка. Тут у нас рожки для мороженого. И вот эта часть открывается. И тут у нас лежат вот такой... фруктовый лед, эскимошки. А тут у нас аппарат для мороженого, если не ошибаюсь. И тут у нас разные мороженки. Ну, вот такой. Деревянные колеса у этого, у этой конструкции, что делает очень такую имитацию. Можно даже взять один рожок, дать его герою, и он сможет съесть мороженое. Вот так вот. Или может съесть там из самого стенда с эскимо. Вот такой наборчик. Стоит он 549 рублей. Но вы получаете велосипед, стенд с мороженым, почтовый ящик, вот такую вот лавочку и столик, и фонтан. И я думаю, это удачное приобретение, на мой взгляд. Это обзор на небольшой наборчик. Кстати, такой набор стоит 899 рублей на новинке этого лета. Если я не ошибаюсь, то этот набор первый русскоязычный обзор на этот набор.
Мне они очень понравились. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, смотрите других много наших видео. Пока! С вами был Слава. До свидания. Смотрите другие наши выпуски. Пока. До скорых встреч.